8 человек, которые сейчас стоят на защите Донецкой Народной Республики, чуть больше года назад были офицерами в рядах вооруженных сил Украины. Военнослужащие трезво оценивали ситуацию травли киевскими властями собственного народа, против которого были направлены войска. Они не подчинились, отказавшись выполнять преступные приказы и выступить против гражданского населения Донбасса. Большинство из присутствующих на пресс-конференции офицеров считают Донецкий регион родным. Здесь живут их семьи. И, конечно же, год назад ситуация изнутри выглядела иначе, чем пытались показать проукраинские, враждебно настроенные средства массовой информации с подачи правящей верхушки, пришедшей к власти силовым путем. По всей Украине идет плач матерей, которым постоянно везут чередой гробы и похороны. Как человек, я не могу смотреть на это отстраненно. И как генерал Вооруженных сил Украины, всю свою жизнь посвятившим вопросам обороны Украины от внешних врагов, заявляю: использование вооруженных сил против мирного населения является преступлением. В Конституции Украины четко написано, что использование вооруженных сил против своего народа запрещено. От лица офицеров, перешедших еще год назад на сторону ДНР, основное слово держал генерал-майор Вооруженных сил Украины Александр Коломиец. На протяжении военной карьеры он занимал разные должности. После окончания военной академии имени Куйбышева в 1988 году был направлен по распределению в Донецк. Был военным комендантом и начальником гарнизона. В период с 1998 года по 2007 на протяжении 19 лет работал областным военкомом в Донецке. Был переведен на повышение в 2007 году в Киев. Последние занимаемые должности – помощник министра обороны Украины и главный аналитик ВСУ. С гордостью говорит этот человек о важном решении украинских военнослужащих, которые на протяжении вооруженного конфликта перешли и продолжают переходить на сторону республики. Эти офицеры с оружием в руках сейчас защищают свои семьи, свои дома. В ходе пресс-конференции генерал-майор сделал важное обращение к мировой общественности и к военным, которые находятся на службе ВСУ. Я обращаюсь к мировой общественности с просьбой обратить особое внимание на системное нарушение прав человека, геноцид населения, на убийство мирных жителей, стариков, женщин и детей. Также обращаюсь к генералам, офицерам и военнослужащим Вооруженных сил Украины. Не становитесь палачами и карателями. Не уподобайтесь тем, кого в 1945 году Нюрнбергский трибунал признал преступниками. Любая война заканчивается миром. Великая Отечественная война закончилась миром. Закончится и эта война. Но все военнослужащие... Я еще раз обращаюсь, не пачкайте руки кровью своего же народа. Эти руки вам пригодятся для того, чтобы созидать, жить в мире, дружбе и в покое. Я как человек и генерал выступал и выступаю за мир, за спасение украинского народа, за право самим определять судьбу нашей страны. Александр Коломиец сообщил также, что в рядах вооруженных сил Украины неспокойно. Потенциал армии находится на низком уровне. Основной воюющий контингент составляют националистические батальоны, которых сами украинские военные называют «наши фашисты». Генерал-майор рассказал, что иногда созванивается с бывшими сослуживцами. Приходится слышать и угрозы, и откровения, и то, что существует достаточно немалый процент тех офицеров, которые хотели бы перейти в армию республики, однако они боятся давления на свои семьи. В будущем офицерский состав планирует заниматься в основном защитой границ Донецкой Народной Республики, восстановлением инфраструктуры и налаживанием мирной жизни. Я уже являюсь военным пенсионером. Кстати, пенсию выплачивают нам регулярно. Поэтому после нашей победы я буду сидеть на ставке и ловить рыбу, нянчить внуков и заниматься тем, ну, обычной жизнью. Вот. И хочу сказать так, что у меня здесь в Донецке ждет мама и папа. Им по 80 лет. Мама пережила войну. 3 года на Смоленщине они были под немцами. Она внимательно смотрит и это посмотрит. Она всегда говорит: Андрюша, говорит, что же они, говорит, сволочи творят? Фашисты себя так не вели. Когда были под оккупацией, фашисты себя так не вели. Когда мама живет на Соловках, выходит на рынок, а рядом рвутся мины. Когда на церкви убивают людей, не отец говорит: ты что, говорит, сидишь, иди защищай нас.
Оксана Волчонок, Сурен Скабичевский, телеканал «Новороссия», город Донецк.